Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине Leroy Merlin, это город Ульяновск. Сделаю для вас обзор в отделе обои. Ассортимент здесь очень большой. Есть обои флизелиновые, бумажные, виниловые, текстильные и натуральные. Более 15 тысяч моделей. Все я, конечно же, обойти не смогу, но какую-то часть мы с вами обязательно посмотрим. Это обои флизелиновые, называются они Vogue. Коллекция называется Arasari. Обои метровые, точнее рулоны метровые. Цена 1918 рублей за рулон. Также к ним есть еще и компаньон однотонный серого цвета, стоимость 1805 рублей. Вы только посмотрите, какая красота, очень красивые обои. Это новинка, называются обои Романтик, в наличии две расцветки. Это виниловые обои на флизелиновой основе. Размеры 1 м на 10 м, они рельефные, производитель Индустрия, город Белгород. Цена 1805 рублей. А как вам такой вариант? Посмотрите, какая красота. Мелкий рисунок, но очень красиво смотрится, прям так поблескивает, если вам видно. Это обои метровые, стоимость рулона 1710 рублей. Обои виниловые на флизелиновой основе, производитель России, Московская область. Такие же обои есть и с крупным рисунком, их, мне кажется, даже можно как-то сочетать, и очень красиво получится. Они стоят 1806 рублей за рулон. Смотрите, какой интересный рисунок, вообще очень необычные обои, называются они пробка, эти обои полуметровые и расцветка у них только такая. Это высококачественные обои на флизелиновой основе, производство Германии, цена 450 рублей за рулон. Это обои на флизелиновой основе, называются они Аурелия, рулоны у них метровые, цена 1287 рублей. Представляете, в Leroy Merlin даже обои есть с рисунком кактусы. Очень, конечно, необычно смотрится, я не знаю, возможно, это на любителя, может быть, будет очень красиво смотреться. Это обои на флизелиновой основе, размеры рулона 53 на 10 метров, и произведены они в Германии, цена 980 рублей. А глядя на эти обои, как будто попадаешь в какие-то тропики. Очень красиво смотрятся, такие объемные листья, есть попугаи, птицы. Красивые, конечно, обои. Стоят они 1484 рубля. Это обои на флизелиновой основе, производства Германии. И покажу вам, как они будут смотреться на стене. А есть еще вот такие обои. На них изображены деревья банановые. Тоже очень красиво смотрится, но, наверное, будет не очень светло в комнате. Это обои на флизелиновой основе. Размер рулона 0,5 метра. Так, и производитель тоже Германия. Цена 1300 рублей. Есть еще обои с рисунком абстракция. Здесь изображены крупные цветы и птицы. Обои эти размером 0,5 м на 10 м. Высококачественные обои на флизелиновой основе, производства Германия. Цена 600 рублей за рулон. Покажу вам еще вот такой вариант, он более такой спокойный, однотонный. Это полуметровые обои фирмы Палитра. Это виниловые обои на бумажной основе. Сделаны они в России, город Балашиха, цена 548 рублей. А как вам такой вариант? Это обои с рисунком доски, такой под старые доски, с каким-то голубым даже оттенком. Это высококачественные обои на флизелиновой основе, производство Германия, цена 1272 рубля. Смотрите, какой реальный рисунок. Это обои с рисунком волны. Очень красиво смотрится. Это обои полуметровые на флизелиновой основе, производство Германия, цена 450 рублей за рулон. Еще один вариант обоев с рисунком доски. Здесь они уже разноцветные. Это полуметровые обои, производство Россия, город Новосибирск. Называется фирма Elysium. Это обои виниловые на бумажной основе. Стоимость их 645 рублей. А это метровые обои, они называются Эйфория, это флизелиновые обои. На выбор есть 4 расцветки, цена 1970. Смотрите, какой интересный узор на этих обоях, тоже интересно очень смотрятся, эти полоски прям так блестят. Размер у них 0,5 м на 10 м, цена 511 рублей за рулон. Это виниловые обои на бумажной основе, рельефные. Производство Россия, город Белгород. А есть еще обои вот с таким узором. Тоже очень красиво смотрится. Это тоже рулоны полуметровые. Покажу вам, как выглядят они немножко подальше. Это виниловые обои на бумажной основе от фирмы Палитра. Производитель России, город Балашиха. Цена 795 рублей. Это тоже виниловые обои на флизелиновой основе. Называются они камни. Покажу поближе, как они выглядят.
Это обои полуметровые, производство Россия, город Балашиха. Цена 475 рублей за рулон. Точно такие же обои есть в бежевом цвете, они стоят точно так же 475 рублей. И посмотрите, какое перевоплощение. Точно такие же обои стоят 1266 рублей, но уже в более ярком варианте. И производитель здесь идет уже Германия. Обои на флизелиновой основе с рисунком розовые пионы. Очень красиво смотрятся. Рулоны у них метровые, цена 2411 рублей за рулон. Еще один вариант с цветами, это тоже обои на флизелиновой основе, они метровые, цена 1786 рублей, производитель палитра. А как вам такой вариант? Это виниловые обои на флизелиновой основе, называются модницы. К ним предлагается еще и компаньон в клеточку. Обои с рисунком модницы стоят 1802 рубля, а компаньон стоит 1732 рубля за рулон. Производитель обойная фабрика «Артекс», Россия, Ленинградская область. Покажу вам еще один вариант с цветами, с мелкими розочками, тоже очень красивый. Это флизелиновые обои от фирмы «Артекс», цена 1997 рублей. А вот эти обои очень приятные на ощупь, у меня такое ощущение, как будто их можно даже мыть. Прям вообще круто смотрятся они, если вам видно, покажу вам поближе. Это рулоны полуметровые, виниловые обои на бумажной основе от компании «Элизиум», производитель России, город Новосибирск. Цена 698 рублей за рулон. Смотрите тоже, какая красота, тоже очень круто смотрятся. Эти обои называются «Лофт». Обои виниловые на флизелиновой основе. Размер рулона 1 на 10 метров, производитель Россия, Московская область. Цена 1167 рублей. Я не знаю, передаст ли вам моя камера красоту этих обоев, очень красивые веточки. Стоимость 1992 рубля. Это виниловые обои на флизелиновой основе, размер 1 метр, производство России, города Москва. И эти обои тоже метровые, на флизелиновой основе, с рисунком ирисы в бежевом цвете. Стоимость 1553 рубля за рулон. И есть еще вот такие обои в мелкий цветочек, называются они «Полянка». Это обои на флизелиновой основе, их стоимость 1950 рублей за рулон. И в наличии они есть двух расцветок. Сейчас очень модно на стены клеить обои под кирпичик. И, кстати, они очень выглядят реально. Это метровые обои на флизелиновой основе. Производство Германия. Цена 1731 рубль. В наличии есть еще две расцветки под красный кирпич и под серый кирпич. Цена такая же. Мне очень понравился вот этот вариант, это тоже считается расцветка под дерево, но рисунок реально очень классный. Это полуметровые обои, обои виниловые на флизелиновой основе. Производитель «Индустрия», город Белгород. Цена 658 рублей за рулон. Смотрите, еще какой очень интересный вариант, прям такой в полосочку, тоже очень красиво смотрится. И на выбор есть несколько расцветок, что очень даже хорошо, то есть есть и светлые тона, и темные. Это метровые обои, виниловые, горячего тиснения на флизелиновой основе. Производитель Россия, город Пенза. Цена 1318 рублей. А есть еще вот такие черные обои с рисунком перья. Это обои тоже метровые, на флизелиновой основе. Цена 1935 рублей за рулон. И просто шикарнейший вариант. Мне очень понравились эти обои. Называются «Рассвет». Это обои на флизелиновой основе, метровые. Стоимость 1838 рублей. Изготовитель «Элизиум», Новосибирская область, город Новосибирск. Обои на флизелиновой основе, называются они «Шинуазри», и на выбор есть три расцветки, все они представлены, покажу вам, как они выглядят на стене. Это обои метровые, цена 1590 рублей. Еще один вариант с цветами, прям такой натуральный цветочный микс, тоже красивые обои, они метровые, стоимость 1078 рублей. Это виниловые обои на флизелиновой основе, изготовитель «Россия», Нижегородская область, город Дзержинск. Эти обои называются «Ангел», они в продаже только в бежевом цвете. Обои метровые, изготовлены в России, город Санкт-Петербург, по заказу Виктории Стеновой, разработчик этих обоев она, 1300 рублей за рулон. Еще один вариант в полоску, тоже очень красиво смотрится, внутри полоски еще имеется мелкий рисунок. Это обои метровые, стоимость 1653 рубля, виниловые обои на флизелиновой основе, производитель «Эрисман», Московская область. Покажу вам, как они красиво смотрятся на стене.
Также есть обои с крупным рисунком, стоимость 1938 рублей за рулон. Это обои флизелиновые, метровые. Еще один вариант с цветами есть в белом варианте и в черном. Это обои флизелиновые, метровые, цена 2080 рублей за рулон. А есть еще обои в мелкий рисунок. Смотрите, какие маленькие розочки. Тоже очень красиво смотрится. Рисунок вроде бы мелкий, но смотрится очень даже красиво. Это метровые обои. Они виниловые на флизелиновой основе. Производитель город Балашиха. Цена 1841 рубль. Шикарный просто вариант. Называются эти обои Франсуа. Я очень люблю вообще обои с крупным рисунком. И это как раз то, что нужно. Это обои метровые на флизелиновой основе. Стоимость 2080 рублей. Тоже очень крупный рисунок, изображены цветы, такие, знаете, выпуклые, как 3D. Это тоже метровые обои, цена 1300 рублей за рулон. И есть еще вот с таким средним рисунком, но цвет только такой в наличии, цена 2998 рублей. Тоже очень красивый рисунок и, кстати, обои очень хорошего качества, они тоже на флизелиновой основе. Эти обои метровые, на выбор есть 4 расцветки, я их вам все показываю. Цена 1966 рублей. Эти обои называются вензель. Тоже очень крупный рисунок в бежевом цвете. Эти обои метровые на флизелиновой основе. Цена 2880 рублей. Вы только посмотрите, какое красивое сочетание. Эти обои называются классика. Есть с крупным рисунком, а также к нему присутствует и фон. Метровые обои с рисунком стоят 1775 рублей за рулон, а фон стоит 1836 рублей. Эти обои тоже метровые, на флизелиновой основе. Называются они «Поляна». Стоимость 1995 рублей. Эти обои тоже разработаны Викторией Стеновой, называются они «Лаура». Они на флизелиновой основе, рулоны метровые, стоимость 2140 рублей за рулон. Эти обои называются «Бель». Они продаются в двух расцветках, в коричневом цвете и в золотом цвете. Обои полуметровые, на бумажной основе, цена 814 рублей за рулон. И эти обои тоже размером полметра, тоже очень красиво смотрится, но только в темном цвете. Это обои виниловые на бумажной основе от компании Elysium, цена 698 рублей. Еще один вариант с нежными цветами, обои очень светлые. Это обои полуметровые, виниловые на бумажной основе. Производитель Россия, город Балашиха, цена 410 рублей за рулон. А эти обои прекрасно подойдут в прихожую. Смотрите, здесь они под кирпичик, да еще есть и рисунок, прям как картина. Обои виниловые на флизелиновой основе. Размер полметра рулона. Производитель Россия, город Пенза, цена 641 рубль. Еще один вариант, который больше подходит для прихожей, тоже очень красиво смотрится, прям как под кожу. Смотрите, поближе покажу вам. Рисунок очень интересный, и они такие гладкие, скорее всего, их можно мыть тоже. Это обои виниловые, рельефные, профильные, на бумажной основе. Размер рулона 50 сантиметров, производитель Республика Беларусь. Цена 485 рублей. Они есть также еще и в бежевом цвете, цена 480 рублей. Также есть варианты, которые подходят для кухни, светленькие, с рисунком. Они полуметровые, на флизелиновой основе, цена 675 рублей. Смотрите, какие яркие подсолнухи на светлом фоне, прям ждешь так лето. Классные обои, они, кстати, полуметровые. Это виниловые обои на бумажной основе, производства Elysium, цена 456 рублей за рулон. Еще один вариант для кухни, они называются Sunrise. Это обои на флизелиновой основе, они полуметровые, цена 651 рубль. Также есть еще обои, которые называются Травы, они тоже больше подходят для кухни, цена 650 рублей. Это обои на флизелиновой основе, стоимость 1781 рубль с рисунком и однотонный 1663 рубля. Также есть в ассортименте обои метровые по 980 рублей, они также на флизелиновой основе. И есть по 1072 рубля в полоску и однотонные по 1078 рублей за рулон. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился и был хоть чем-то вам полезен. Если что-то выбрали, обязательно пишите мне в комментариях. Буду очень рада их почитать. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока!